Добрый вечер, мои уважаемые подписчики и те, кто пишет сегодня всякие мерзости и гадости. То, что я написала и сравнила пение Панайотова и пение Вали Карнавал. Это только сравнение. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. Поэтому вот все, что вы мне пишете, всякие мерзости, в гробу меня видите и желаете мне смерти, чтобы ты сдохла и так далее, пусть останется на вашей совести. Все это с возрастом у вас уйдет, потому что когда вы станете старше, ваши ценности и ваши музыкальные привязанности обязательно поменяются. Я вам этого желаю от души. Я вас убираю, да, потому что хамство и злобу не принимаю, не терплю, когда она не обоснована. До свидания.